В этом году в Башкортостане кредитные каникулы получили более 5000 жителей на сумму 1 700 000 000 рублей. Также меры поддержки воспользовались 1300 предпринимателей. Она составила 1 800 000 000. Кроме того, около 500 жителей региона воспользовались ипотечными каникулами. Сумма превысила 1 000 000 000 рублей. Реструктуризировали свои займы по программам банков около 43 тысяч граждан на сумму 15 000 000 000 рублей и более 700 предпринимателей на 6 300 000 000. И вторая часть – это льготное кредитование. Прежде всего, льготное кредитование субъектов малого и среднего бизнеса. Значит, первоначально это были так называемые кредиты на выплату зарплаты. Затем на смену им пришли кредиты, 2% кредиты на возобновление деятельности. Ну и также продолжала действовать традиционная льготная программа кредитования субъектов малого и среднего бизнеса под 8,5%. Также 1100 предпринимателей получили беспроцентные займы на зарплату. Общая сумма составила более 1 700 000 000 рублей. В итоге общая сумма кредитной поддержки в республике превысила 52 миллиарда рублей. Из них около 18 миллиардов оказано гражданам и более 34 миллиардов малому и среднему бизнесу.